Че говоришь? Нет, ты что-то говорил? Нет. Ты теперь такой солнечный. Да, белый, седой, а значит мудрый. Да, я на самом деле, я люблю эксперименты. Кстати, мы всегда вот как просыпаемся и едем сразу в кафешку, мечеть Ихлас. Сколько мы сейчас, конечно, сзади. Построиться. Вот этот минарет. А сегодня мы едем в город Мелюз. Одеваются, понимают, как собираются. Так. Где в обороте? На, вот эти один. Мы сегодня собрались на годовщину моей мамы, которая ушла, ну, в таких
скажем, трагические обстоятельства. Хочу сказать вот, спасибо всем друзьям, поддержали сегодня. Мы почитали Брайана, что мы сделали. Ради тебе огромное спасибо за поддержку. Как ты видел, как обрадовались наши бабушки, увидев тебя. Дети, он не знает, что делать, поэтому тебе огромное спасибо. Да, тебе, конечно. А еще сказать, спасибо маме за такого сына. На самом деле, мы все переживали, следили всю ситуацию, и, конечно, это было больно всем. И просто хочу всем пожелать, чтобы когда наши родные, близкие, друзья рядом, надо ценить это время. И будьте всегда рядом, любите, пожелаю только добра и здоровья. И маме твоей большой привет. От души вообще. Да, мир Давай, давай. Давай, сейчас все, отработай концерт. На самом деле, очень душевно посидели. И я еще раз повторюсь, мы все следили, как все это происходило. Все переживали, никому такого не пожелаю, поэтому, друзья, берегите своих родных, близких, чтобы все у вас было хорошо. Добра вам, здоровья и удачи. Ахатлыму. Смотрите, по пути на концерт в город Мелиус увидели таких прекрасных лебедей. Осторожно, так он проваливается. Осторожно, осторожно, осторожно. Ну сейчас ты пошла, да? Опа, опа! Эй! Вы куда? Вы куда? У меня обычайник стоял, я выключила. Потом опять откуда-то звук. Думаю, кто-то звонит, что ли, мой телефон. Ничего не отображает. А я проснулся и уснул. Еще поставил над головой прям. И Хлэр Ахатлен. Никогда не выключает свой будильник. Для меня ставит, что ли. Вот видишь, здесь я двигаюсь? Именно в твой поезд задел, у тебя крайний левый, если не ошибаюсь. Или крайний правый. Вот видишь, я подрезал, чтобы инструменты лучше слышно было здесь. По городам! Сейчас идешь, да? А вы здесь я вот так. Аккуратно, видишь, для тебя, для особо одаренных. Для высоких. Oh,
на телевизоре, ох ты! А какой телевизор? То есть какой канал? Крутой. Крутой? Ну вы крутая, слушайте, спасибо. Как вас зовут? Меня Айда. Айда? Айда. Айя. Ага. А сколько вам лет-то? Три. Три? Три, она так уже много болтает, да? А какие, вот чем вы занимаетесь вообще? Дома вообще слушаете музыку, танцуете или, не знаю, вот чем занимаетесь, чем любите заниматься, а? Я играю и уроки делаю. Уроки? Какие уроки делаете? Просто в сайте. А, в школе, это нормально. Это хорошо. Я в 3 годика вообще не знал, что нужно делать какие-то уроки, задания. Так вот, значит, вы включаете меня на телевизоре. И какую песню-то услышали в последний раз вообще? Скорее. Ау? Уйламаны. Уйламаны. На память, чтобы не только на телевизоре, а еще на стене, чтобы висеть на маленькой. Спасибо огромное. Очень понравилось, смотрите.